Грамота вручается Григорьеву Виктору Сергеевичу, заведующему сосудистым. Коллектив Воскресенского сосудистого центра отпраздновал день рождения. Завершился его первый полноценный рабочий год. 12 марта 2020 года здесь прошла первая операция. С этого момента жители округа систематически получали высокотехнологичную и квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря вашей профессиональной подготовке, вашему мужеству, самоотверженности, вы сделали уже более 3000 операций успешных. То есть сохранили жизнь нашим жителям. Поэтому пожелать, что я хочу. Конечно, вам здоровья, это в первую очередь. Ну и, конечно, благодарных больных, чтобы они улыбались и были всегда здоровы, чтобы вам меньше работы было. Спасибо вам и низкий поклон. Все это стало возможным благодаря наличию в больнице ангиографа. Это оборудование позволяет рассмотреть в режиме реального времени любой сосуд. Именно такого современного инструмента не хватало нашим врачам, чтобы выйти на новый уровень. Даже несмотря на эпидемию коронавируса, ведь COVID-19 известен сопутствующим тромбозом, центр показал свою высокую эффективность. Откуда бы пациента не привозили? Скорые порой стояли в очереди. Врачи, сестры из кожи вылезали, пациентов спасали. И по результатам 2020 года смертность по нашему отделению ниже средней по Московской области. Это в первую очередь ваши руки, ваши знания, ваши умения и, конечно, то оборудование, которое мы получили. В сосудистом центре в отделении неврологии получили помощь более 1250 человек с инсультами, а отделение кардиологии только с инфарктами миокарда спасло 850 пациентов. Рентгенохирургия провела 950 исследований и операций. Многие из этих людей счастливчики, ведь им была оказана помощь в золотые часы. Золотым окном считается для инфаркта миокарда это первые 2 часа, когда лечение наиболее эффективно, и пациент может практически без последствий перенести это тяжелое состояние. И для инсульта до 4,5 часов, когда также можем пациенту провести процедуру растворения тромбов, если это причина данного состояния. И также последствия инсульта будут минимальными, и они с минимальными последствиями смогут вернуться к обычной жизни. С открытием сосудистого центра в истории медицины города открылась новая страница. А для нас с вами это большая надежда на спасение при таких страшных диагнозах, как инфаркт миокарда или инсульт. Ведь теперь золотые часы не будут потрачены на транспортировку пациентов. Помощь, она здесь, рядом. Александр Иванов, Евгений Стародубов, новости из Кровект.